Сейчас я хочу продемонстрировать вам функцию ночного видения. Вот, смотрите, мы видим на дорогу, да? Мы нажимаем на клавишу, и у нас появляется здесь чудо. О, ночное видение. Да, на самом деле ночью видно чуть-чуть лучше, но ехать, скажу вам сразу, по этому монитору, это равносильно, что жить в машине S-класса, компьютерную игру переживать. Довольно сложно не смотреть на дорогу. И если посмотреть так, в глаза, вы видите глазами намного шире, чем видит ваша камера. Плюс, как я говорил, что у машины есть поворачивающиеся динамические фары. Если сейчас посмотреть, смотрите, я сейчас буду ехать, поворачиваю руль, ну так, к сожалению, сейчас не видно.